Всем привет, вы на канале Топ Армия. Возможности новейшего российского истребителя Су-57 неприятно удивили военное сообщество Соединенных Штатов. Такие выводы были представлены экспертами из Китая. Российский истребитель Су-57 приковывает к себе огромное внимание со стороны авиационных специалистов со всего мира, и мнение о нем сложилось весьма неоднозначное. На Западе принято ругать российскую новинку за то, что ее характеристики якобы не соответствуют показателям других истребителей пятого поколения. Но, по словам китайских экспертов, недавно многим американским специалистам пришлось пересмотреть свое отношение к Су-57, так как самолет сумел их довольно неприятно удивить. Об этом сообщает всем известное издание «Соху». Су-57 на данный момент является сильнейшим истребителем России, а также предметом жарких споров в мировом военном сообществе. Большинство экспертов высоко оценивают эту машину, однако нашлись и те, кто ее постоянно критикует, отмечают авторы издания. Как рассказали китайские эксперты, особенно часто Су-57 ругают за недостаточную скрытность в сравнении с самолетами США. На Западе заявляют, что российский летательный аппарат проигрывает конкуренцию американским F-35 и F-22, которые в теории являются более незаметными истребителями. Но некоторое время назад произошел инцидент, который имел большое резонансное событие в военном сообществе США и даже вынудил его пересмотреть свое отношение к самолету ВКС Российской Федерации. Американские системы ПВО, размещенные на Ближнем Востоке, не заметили российские Су-57, пролетевшие в непосредственной близости от баз США. Российский самолет прошел фактически над головами у военных из США. Эта новость была широко растиражирована газетами в прошлом году и произвела огромное впечатление на экспертов. Как рассказали авторы Соху, лишь сейчас западные аналитики начали признавать свои ошибки насчет российского истребителя. В последнее время обозреватели американских СМИ начали все чаще признавать не только боевую эффективность истребителя, но и его скрытность. Российский Су-57 набирает популярность среди военных экспертов, которые высоко оценили его мантию-невидимку, констатировали обозреватели китайского издания. По словам китайского издания, на их западных коллег произвел большое впечатление полет российского Су-57 над головами у американских военных. Также их удивил еще один немаловажный момент. Оказалось, что эти самолеты можно развертывать на временных аэродромах, которые не оборудованы ангарами. На открытых площадках они накрываются специальными плащами-невидимками, чехлами и таким образом становятся невидимыми для противника. Истребитель Су-57 может быть незаметным не только в полете, но и на земле. Благодаря специальному чехлу самолет становится невидимым для спутников противника, добавили эксперты из КНР. А на этом все, вы были на канале Топ Армия. Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока.